Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 971. Нам нужно написать уравнение окружности. Давайте запишем, что нам дано для этого. Дано. Нам даны две точки, через которые проходит окружность, и точки даны с координатами. Точка А и точка Б. Также нам известно, что центр окружности лежит на оси ординат. Ну, если мы обозначим центр окружности О, то тогда этот центр лежит на оси ОY. И нам нужно построить окружность. Ну, мы помним, как выглядит уравнение окружности. Оно выглядит так. Х минус х нулевое в квадрате плюс y минус y нулевое в квадрате. Это равно r квадрат. Значит, чтобы построить окружность, нам нужно знать вот эти x нулевое, y нулевое и r. Ну, что у нас есть? У нас сказано лишь только, что центр окружности лежит на оси ординат. Значит, центр окружности лежит на оси ОY, а раз точка лежит на оси Y, значит, ее координата x равна нулю. Таким образом, x нулевое равно нулю. Ну и запишем тогда уравнение окружности, исходя из этих данных. X минус x нулевое. X нулевое – это 0, значит, x в квадрате. Плюс, и все остальное переписываем без изменения пока. В квадрате равно r квадрат. И нам еще даны две точки, через которые проходит окружность. Если окружность переходит через эти две точки, проходит, значит, эти точки принадлежат окружности, лежат на этой окружности, а значит, их координаты удовлетворяют уравнению окружности. Тогда подставим координаты этих двух точек, ну, вначале первой точки, потом второй, в наше уравнение. И получим минус 3 в квадрате плюс. Вместо y у нас 0, y нулевое остается без изменения. Это равно r квадрат. И это у нас будет равно минус 3 в квадрате, это 9. И получается 0 минус y нулевое минус y нулевое в квадрате, это будет плюс y нулевое в квадрате, равно r квадрат. Теперь подставим точку B. Ее координата x равна 0, это 0 в квадрате будет, плюс y координата равна 9, 9 минус y нулевое в квадрате, равно r квадрат. Тогда у нас получается 9 минус y нулевое в квадрате равно r квадрат. И мы получили два равенства. В правой части каждого равенства у нас r квадрат. Значит, мы можем приравнять левые части равенства. Тогда у нас 9 плюс y нулевое в квадрате будет равно, раскроем скобку, 81 минус 18y нулевое плюс y нулевое в квадрате. Теперь давайте все перенесем в левую часть. Будет у нас 9 плюс y нулевое в квадрате минус 81 плюс 18y нулевое и минус y нулевое в квадрате. И все это равно нулю. Плюс y нулевое в квадрате и минус y нулевое в квадрате сокращается. И у нас остается тогда 9 минус 81, это будет минус 72, и плюс 18y нулевое. Тогда это равно нулю. И отсюда у нас запишем 18y нулевое равно 72 перенесем вправо, и отсюда y нулевое у нас будет равно 72 разделить на 18, это будет 4. Таким образом мы получили вторую координату центра окружности. Теперь нам осталось только найти r квадрат. Но мы это можем сделать очень просто, воспользуемся вот этим равенством. Значит, 9... Ну, давайте его перепишем. 9 плюс y нулевое в квадрате у нас равно r квадрат. Y нулевое мы уже теперь нашли. И подставим тогда y нулевое
в это уравнение. 9 плюс y в нулевой 4, 4 в квадрате 16, равно r квадрат. Значит, получается, что r квадрат у нас равно 25. Ну и все, у нас уже теперь все есть для того, чтобы записать уравнение окружности. И оно будет выглядеть следующим образом. x минус x нулевое у нас 0. Ну, запишем еще раз. Плюс y нулевое у нас, мы нашли, это 4 в квадрате, равно 25. Ну и последний раз перепишем еще это уравнение. X квадрат плюс y минус 4 в квадрате равно 25. И это окончательный вариант нашего уравнения окружности. Если вам понравилось видео, смотрите видео остальных задач на нашем сайте. А если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.